На обычном листе рисуем шаблон. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Вот что у нас должно получиться. И теперь вырезаем. Вот мы вырезали. И теперь наши шаблончики переводим на картон. И также это все вырезаем. После того, как мы вырезали наш шаблон, уже из картона, мы берем краску, любую. Я взяла обычную гуашь, можно взять акриловую. И покрываем наши заготовки. И делаем мы это с одной стороны. Я делаю это с одной стороны, потому как задняя сторона у меня зеленого цвета. И поэтому я решила ее не покрывать. И поэтому покрываю только с одной стороны. Но вы можете сделать по желанию и покрасить с двух сторон. Вот что должно в итоге у нас получиться. Я сделала две такие подставки, желтого и синего цвета. Вот одну подставку я уже собрала, забираем вторую. Берем нашу основу нашего зайчика и берем нашу буковку N и таким образом в задней части вставляем ее, чтобы передние вышли наперед. И вот что у нас получается, очень легко и просто. Если где-то у вас там загнулось, можно поправить. И вот такие подставки у нас получились. Я рекомендую взять вам картон поплотнее, чем у меня. И можно сделать так, скрепить два картона, два слоя сделать, и тогда они будут намного прочнее. Вот, такие вот подставки у нас получились. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. С вами была Катя. Всем пока-пока!